Так, вот попробую снять, как я делаю пасту киви, то из этого, из авокадо. Вот купил две штучки. Они обошлись в 2000 ариариев, это примерно 0,5 доллара, то есть полдоллара. В российских рублях 35 рублей получается, белорусских 1,5 рубля. Сейчас их надо помыть, естественно. Будем мыть. Так, помыли их. Вот сейчас будем разрезать на части, доставать косточку. Вот они довольно хорошие внутри, то есть не гнилые, не перепрелые, потому что на ощупь они были такие мягкие, но не сильно. Вот такие вот у них косточки. Косточки твердые, из косточки ничего не делают, их просто выкидывают. Сейчас ложкой будем доставать эту мякоть отсюда. Ну вот получилось вот. Так вот, видите, вышкребаю все ложкой. Не могу, к сожалению, снимать и вышкребать одной рукой. Держать телефон одной рукой не получится. Вот получается такая паста. Ну, такая средненькая, не очень жесткая, ну и не мягкая сильно. Один раз я делал, были перепревшие. Это нормально. Сейчас будем добавлять сюда приправы. Значит, смотрите дальше. Мы берем чеснок. Один зубчик соль добавляем. И лимонный сок. То есть вот тут есть лимон у нас. А, тут нету. Сейчас найдем лимоны. Так, вот лимончик. Значит, выжимаем сок. Чеснок. Соль. Потом еще добавим яйцо. Два яйца вареных. И тунец. Рыбку. Вот. Чесночница даем. Добавляю сюда чеснок. И сейчас будем выдавливать эту пасту. Так, все добавили, теперь вилочкой все это тщательно перемешиваем. Так, теперь добавляю два вареных яйца, измельчу их, два авокадо, значит, по одному яйцу на авокадо. Тоже их разрежу, измельчу и добавлю тоже сейчас сюда. Вот, добавил яйца, сейчас тоже перемешаю, но еще добавлю тунца. Сейчас покажу, какую баночку. У нас тут много всяких тунцов. Много разных рыбных консервов. Вот такую вот баночку. Сейчас покажу. Вот. Вот этот тунец, он такой с мелкой крошечкой такой получается. Сейчас вот закинем сюда, прям целиком. Конечно, можно без тунца делать. Я еще не пробовал с тунцом, кстати. Посмотрим. Еще вот есть такая паста. Томат, ну не паста, а как бы приправа томатная. Я думаю, что она тоже хорошо сюда пойдет. Для вкуса. Попробую ее добавить. Ну вот, в принципе, такая получилась паста. Может быть, орехов еще можно было бы добавить. Кэшью подсоленных, например. Думаю, было бы классно. И, возможно, карри. Но, наверное, не буду пока делать. Вот у нас тут хлебцы такие, есть хлеба нет. Сегодня не купили есть хлебцы. Вот сейчас намажу на хлебцы. Они минутку стоят, впитываются хлебцы, получается как хлеб. Ну и такая очень классная штука. Тут вот у нас всякие орехи, там печенье. Вот, ну, хлеб. То есть печенье сладкое не очень, а вот такое. Вот тут разные есть миндальные орехи, кэшью. Вот, ну посмотрим, что получится. Ну вот, в итоге получилось вот это рис у меня с рыбными местными продуктами. И вот бутербродики с авокадо. А вот бассейн. То есть это вот так вот все выглядит. Заходящее мадагаскарское солнце. Сейчас попробую поймать его лучи. Ага, вот оно. Сегодня делал очень много гимнастику, йогу. И вот местные продукты.